Из Борского района в деревню Сростки на Алтай, родину Василия Шукшина, отправляется горсть самарской земли. Путешествие – это театрализованное представление коллектива в творческой самодеятельности. Песни, танцы, миниатюры. Зрители берут всем, что умеют. Шукшин – это прекрасно, мне кажется. Мне очень жалко, что его нету. Вот. Такой человек обычно, не знаю, почему рано уходит. По наказу Василия Шукшина жители Борского про душу свою не забывают. Самобытность через творчество передается из поколения в поколение. Юные артисты набираются сценического опыта, взрослые просто хорошо проводят время и, говорят, таким образом омолаживаются. Наш хор, все почти наши, члены нашего хора, ходят на репетиции и наступление с удовольствием. Мы там молодеем, оздоравливаемся, общаемся, поем, танцуем. Жизнь продлеваем. Рожденный в сердце России проект, который позволяет поистине народным артистам показать свои умения. Концерты проходят по понедельникам и завершатся в середине декабря. Марьяна Мирная, Сергей Баскин. События.